Добрый день, вечер, если угодно, утро. Мы с вами продолжаем говорить с этим замечательным пекарем. Добрейший человек в этом паде. Вроде как бы так называется это место. Мне игра очень понравилась. Она такая классная. Она выглядит офигенно. Так, и потому они смогут больше времени уделять сбору духовной энергии из призраков. Громковато. А взамен я прошу лишь частичку их духовной энергии, чтобы однажды я тоже смог уйти. К такому соглашению пришли я с Гримом, когда обсуждали открытие пекарни. Все же задача Грима в том, чтобы все попадающие в пать смогли уйти. Впрочем, правда, уговорить Грима позволить мне печь хлеб, а не кости, было легко. Я всего лишь ждала ему попробовать. Так. Назад. Что вы продаете? Так, жуткая печенька, 8 пончик, мрачный маффин, шоколадный тортик. А, ну у нас упаковка с ошибкой в названии Марокко. Грим любит их слишком большой. Со вкусом черники, убийственно вкусный, сладкая печенька с глазурью. Не спеши, имеется 8 в руках, 0. Подожди, так мы можем что-то купить или нет? Если у нас имеется 8, то мы, наверное, можем вот это купить. А-а, мы ничего не можем купить. Ладно. Так, а там, по-моему, еще была дорога, да? Ага, то есть у нас есть выбор. Он нам сказал идти налево, мы пойдем направо. Потому что иди налево и пойди в любую попавшуюся пещеру. Нет, это так не работает. Это не должно так работать. Я ему не верю. Понятно, у нас с собой нет выбора. Так, похоже, что это дом Грима. Мне следует стараться избегать его. Да, я поняла. Я случайно. Так, может тут есть что-нибудь? А, мы упасть не можем. Ладно. Возможно, тут у нас нет выбора. Вообще тут, по идее, есть концовки. В этой пещере нет никаких опасностей. Безопасно для всех инициированных жнецов. Грим. Хорошо, если что, мы пойдем сюда. Он сказал, в первую попавшуюся пещеру, это, наверное, именно сюда. Уставший жнец. Север, водопад грот, восток ужасающий грот, Гриманова пать. Юг, грот смерти закрыт, запад, ничего интересного. А, ты нас сюда не пустишь, да? Прости, но пещера закрыта. В ней полным-полно взрывных призраков, огромных дыр и сломанных мостов. Пока Грим не закончит ее чистить, проход туда закрыт. Хорошо. Давайте исследуем еще вот тут. Вот, смотрите, мы можем пойти в первую попавшуюся пещеру, а можем пойти сюда. Пожалуйста, учтите, что тут скользко и сыро. С осторожностью перебирайтесь через лужи. Ага, это у нас водопад. Эта пещера открыта для всех жнецов. Грим. Ну, я предлагаю сходить сюда. Это не та пещера, о которой говорил призрак. Пошел этот призрак в жопу. Ну да. Да, конечно. Темно тут. Думаю, надо бы снять маску. Тимми, ты здесь, а? Вау, свежая личика, должно быть, ты новичок. Да, я новичок. Можете помочь мне? Если ты тыщешь другого жреца, то тебе нужна коса. Вот, возьми мою. Спасибо, по-моему... Ох, поберегись. Так, мне поучить тебя сражаться? Да... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это призрак, в отличие от нас, у него имеется слишком много духовной энергии. Нам нужно скосить ее. Понятно. Постой, что? Почему? Иначе он не уйдет, бедняжка. Бедняжка, вся эта энергия его мучает.
тенек. И начинай махать, чтобы начать жатву. Сражение. Взмах. Что? Взмах, приемы, карманы. Ладно, мы можем только махать. Во время взмаха важен расчет. Нажми стрелку вниз, как только твоя коса дойдет до центра, чтобы провести хороший взмах. Ну, вроде как понятно. Посмотри на Сеню Половскую. Взмахом своей косы ты высвобождаешь особую силу своего духа. Вот, теперь мы можем использовать прием. Но после жатвы она быстро исчезает, так что давайте воспользуемся ей, нажав на кнопку приема. Так, хорошо, хорошо. Так, пронзание. Вот так. О, класс. Взмахи косой — это хорошо, но использование особых приемов может сэкономить тебе время. У меня нет на них энергии. Тоскливая буха. Ого, этот призрак готовит особую атаку. Хорошо. Жми стрелку вниз, как только синяя полоска дойдет до ботинка, чтобы увернуться. По-моему, похоже, тебя ранили, твоя сила воли упала. Можешь заглянуть в свои карманы и съесть еду, чтобы восстановить силу воли? Нет, зачем? Если сила воли на нуле, то ты вырубаешься. Ну, на этом все. Как только у призраков будет нужное количество духовной энергии, он уйдет и перестанет тебя беспокоить. Удачи! Так, мы можем использовать приемы наблюдения. Увидеть силы и возможность всех духов, пронзание. Давайте пронзание. Все. Призрак пропал. Духовные энергии... Две духовные энергии скошены. Так, что это за вспышка сейчас была? Эта вспышка означает, что твой дух вобрал в себя немного духовной энергии. Закрой глазницы. И вглядись. Что? Видишь эти цифры около букв D? Это сколько духовной энергии у тебя есть? Ты можешь использовать ее, чтобы увеличить силу, скорость защиты и приема. Или же использовать, чтобы выучить новые особые приемы для битв. Попасть туда можно через меню, нажав X и выбором дух новичка. Как только жнец заполнит свой дух энергией, то он наконец сможет уйти в посмертие. 8 минут. В любом случае, не буду тебя задерживать. Иди, ищи своего Тимми, я уверен, он скучает по тебе. Запись... Что? Да, запись идет. А, блин, я ее могла остановить. Черт. Ладно, будет одним куском. Зашибись. Иди, ищи своего Тимми. Так, он скучает по тебе. Если тебе нужна будет помощь, то я буду рядом. И не волнуйся, ты не умрешь. Ведь мы уже твои. Ха-ха-ха. Замечательно. Мне следует вновь надеть маску. Как скажешь. А, то есть мы вышли из пещеры, да? Окей. Ну, давай обойдем их, честно. Так, нам нужно... Оп, блин. О, их еще и два. Замечательно. Что я нажала? О, они меня избивают. Давай... Оп, блин. Промазала. Пожалуйста. Ау, я случайно. Мы можем сбежать, да? Как там? Вот так.
Пронзание. Замечательно. Призрак пропал. Духовная энергия скушена. 4 штучки. Так, нам сюда, наверное. Да, тупануло. Давай посмотрим. Икс. Так, карман. Вот, нам нужен карман. Давайте перекусим. Сладкая печенька восстанавливает. Вот, нам нужно это. Замечательно. Так, там еще один жнец. Здорово. Я слышал, что неподалеку здесь имеется призрачная стена. Но я всю эту стену искал своей косой, ничего не получилось. Ага, то есть у нас тут где-то есть секреточка. Не забывайте, что в призрачных пещерах временами бывают призрачные стены. Эти иллюзионные стены прячут за собой тайные проходы. Вы можете раскрыть их, если встанете перед стеной и нажмете Z. Постарайтесь не потеряться, Грим. Давайте искать призрачную стеночку. Может, она здесь? А как, можно просто на стену навестись и все? Так, ну вниз нам не нужно. Давай сбежим. Попробуем сбежать. В смысле? Почему мы не можем сбежать? О! Он, похоже... Давайте понаблюдаем. Смотри, как сладко спит. Но ударивая, скорее всего, ты познаешь силу его гнева. Сила воли, атака, защита 0, ловкость 18. Хорошо, то есть у него защита нулевая. То есть давайте просто взмахами его бить. Двойной царап. Все. Замурчать. 8 духовной энергии скошено. О, много. Ой, да вы издеваетесь. Почему вас так много? Ну, возможно, мы сюда пройдем и тут что-то будет. Что-то игра резко начала как-то подергиваться. Призрак пропал. Так. Да ё-моё. Издеваетесь, да? Издеваетесь. Я вижу, издеваетесь. Я вижу и двое. Поехали. Опа, смотри, что он делает. Что? Что? За что? А, вырубилась. Ё-моё. Я не сохранялась. Где я? Эй, ты там вырубилась. Похоже, что этот призрак неплохо тебя напал. Не забывай еду, находишься в опасности, учи такую, она работает. Мне следует вновь надеть маску. Нет, только не заново. А, нет, все нормально. А, то есть у нас все сохраняется. Почти все. Что? Пожалуйста, почему мне взять бежать? Деньги. Идите от меня. О, замечательно. Призрак пропал. Так. Этого призрака мы обойдем. Так, призрачные стены. О, смотрите, там что-то есть, там что-то есть, там что-то есть. А, нет, мы не можем туда попасть. А? Мы не можем туда попасть. О, я случайно, если честно. Так, ну, скорее всего, с помощью вот этого прохода мы сможем попасть. Так, сразу у ворот, да? Уклон. Повернулась. Замечательно. Призрак пропал. Хорошо, я хочу посмотреть, что будет здесь. Давайте посмотрим быстренько. Скорее всего. Мне нужны карманы.
вон повернулась. Так, нет, здесь что? Нет, нам это пока что не надо. Взмах. Вот, теперь все хорошо, кстати. Что? Что произошло? Призрачный коготь, взмах, защита. Вот, смотрите, как мы их косим. Мимо! Ноль! Вот оно что. Нам главное сейчас хорошо уклоняться. Так, давайте приемы попробуем, потому что... А, смотрите, какой он слабенький был. Так, 16. Жуткое духовение. Тут, кстати, музычка прикольная. Давай карманы, потому что если сейчас что-то пойдет не так, то мы... Мы все. Мы отъедем. Так, приемы. Ну все. Пока. Кстати, пока.